В эфире YouTube-канал «Английский структурный метод изучения». Грамматика английского языка очень легкая. To write – писать. Wrote – написал. Написала – написали. Written – написанный. Вторая форма глагола – это past simple – факт в прошлом. Простое время. Спряжение – в прошедшем времени. I wrote. Я написала. You wrote. Вы написали. Ты написал. He wrote. Он написал. She wrote. Она написала. We wrote. Мы написали. You wrote. Вы написали. They wrote. Они написали. И слова-определители для этого времени. Yesterday – вчера, last week – на прошлой неделе, last Sunday – прошлое воскресенье, last month – в прошлом месяце, last year – в прошлом году, 2 minutes ago – 2 минуты назад. Вы были на канале Сибилла.